Вы смотрите новости Бураева на телеканале ЮТВ. Меня зовут Лилия Ахметова. Здравствуйте! Каждый день в 7 часов вечера и 7 часов утра мы рассказываем о событиях и интересных людях Бураевского района. Я веду программу из дома, потому что работаю удаленно. А сегодня наш выпуск посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Герой нашего сюжета – ветеран Великой Отечественной войны из Бураева Мухаммад Фатих Аитов служил связистом, освобождал Крым, Литву, Латвию и Польшу. После войны до самой пенсии работал в электросетях. Школьники Бураева побывали в гостях у ветерана еще до объявления режима полной самоизоляции. Бураевские школьники навестили ветерана Мухаммад Фатиха Аитова. Они успели это сделать до самоизоляции. Помогли дедушке по хозяйству, сбили снег с крыш надворных построек. Дружной компании это удалось сделать быстро и весело. Уже потом ребята вошли в дом, чтобы услышать историю героя. Когда началась война, Мухаммад Фатих только окончил 7 класс. До 1944 года работал в колхозе. На войну бураевский призывник уехал из Янаула. На поезде добрался до Крыма, где половина полуострова еще была занята немцами. Был связистом. Крымда соғыш инде біткәш, Крымнан Украинаға шықтық. Украина әлі олны бітмәген ет уже. Украинада, аннан соң нейде, Калининградская область, әлік есеменеше кейелу. Кёнигсберг. А? Кёнигсберг. Әй, Кёнигсберг. Шунда барырға тұр келді. Ол бардылар, енді бардылар деп, шонда бардық. Онда да участвовать деттік. В многочисленных боях уберегла судьба и молитвы родителей. У Мухаммад Фатиха Мухаммаддиновича нет ранений. Детям ветеран рассказал, как чудом остался жив. Во время ночного наряда увидел в небе 3 вражеских самолета. Мен бошта көрген самолетлар разведывательны болғаннар енді олар. Самолетлар келіп шығып, бірнеше самолет біздің шошырныйыне бомбиттелер, юлда бара тұрған эшелонны. Многое уже забылось, говорит дедушка. Прошло много времени с тех пор. Помнит только, что освобождал Латвию, Литву. Весну Победы встретил в Польше. А после войны вернулся в родную деревню. Еш юк, вообще, бір кімге де еш юк енді ол шағында. Шынан соң, производство кетерге тұры келді. Первый Уральский да, ел ярым новотробный заводта ішіне тұрба шлеп. Оннан қойтып подстанцияға кіріп, электроподстанцияға кіріп, онда неше ел, 20 ел онда шлеп. Сейчас у Мухаммаддину Аитову 93 года. Его богатство – 4 внука и 4 правнука, которые живут в мирное время, завоеванные дедом. Школьники в завершении встречи пожелали в добром здоровье встретить 75-ю весну Победы. Герой нашего следующего сюжета провел на войне долгих 7 лет. Шамсуддин Шакиров из деревни Касиерова выдержал сложные испытания военного времени, служил в Европе. Помогали ему огромная любовь к жизни и обычная гармонь. Точно на такой гармонии научился играть Шамсуддин. С инструментом не расставался, бегал с гармошкой по колхозным полям и на речку. С ребятами пели песни, играл и когда провожали сельчан на войну. Шамсуддина Шакирова призвали в армию в 17 лет. После полугодового обучения бураевский парень попал в 9-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Боевой путь начался 2 февраля 1945 года в Венгрии. Шакиров попал в контрольное подразделение. Это комендантский патруль. Повязка красная, написано КП. Начало войны в Лёкове, при этом до конца войны эта повязка была
Это для того, что стоит подразделение, зона подразделения, что пробираем. Там этот парон, парон вот спрашивает, что здесь не подразделение, или чужой не знает парон, не пускаем в свою зону. Дальше судьба отправила Бураевца в Австрию. Через Альпийские горы преодолел переход на Чехословакию, где советские солдаты встретили союзников – английские, американские и французские части. День Победы встретил там же. Хорошая погода там. Еще деревья высоко в местах, это концом, начало мая, 8 мая, значит, объявлен, война, конец. Но это не значило, что война окончилась для Шамсудина Шакирова. Набирали солдат на войну с Японией, и продолжалась Вторая мировая. Но Шамсудин не прошел отбор по состоянию здоровья. Еще 5 лет предстояло отслужить ему в Европе. Итога на войне 7 лет. Говорит, служил хорошо, командир части вручил похвальную грамоту. Да и после войны всегда был в передовиках. Было тяжело. Победили врага, а потом восстанавливали хозяйство. Как приехал, никакой специальности нет, еще не приехал. В деревнях очень глухо. Оставили деревни, специальности нету. Куда здесь развиваться? Превращался в правильный колхоз, значит, куда-нибудь мне до года какой-нибудь курс проводится за специальностью працы меня. Надо сказать, механизаторский курс отправили в Астинский район. После войны 46 лет Шамсудин Шакиров трудился механизатором. Так и живет в родной деревне Косиярово Бураевского района со своим сыном. 14 мая ветерану исполнится 94 года, 75 из которых под мирным небом со своими сложностями и радостями. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь дома и смотрите новости Бураева каждый день в 7 часов вечера и 7 часов утра на телеканале ЮТВ. До свидания.